Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ирина, я очень рада видеть вас на своем канале. В видео анкеты и стафета 11 фактов обо мне в благодарность к моим зрителям я проводила розыгрыш небольшого набора декоративной косметики. Условия розыгрыша были просты. Нужно являться подписчиком моего канала. Ваши подписки должны быть открыты. И в комментарии нужно было Ответить на три вопроса. Хотите ли вы сыграть со мной в лато, потому что розыгрыш я как раз-таки буду проводить с помощью бочонков этой замечательной игры. А также как вас зовут и из какого вы города. К сожалению, конкурс я могла провести только по России, но тем не менее достаточно большое количество моих зрителей заинтересовалась этим розыгрышем, приняла в нем участие. И на данный момент, на момент подведения итогов, у нас с вами 20 участников. На самом деле комментариев с пожеланиями участвовать в розыгрыше было гораздо больше, но у некоторых девочек подписки были закрыты, и, к сожалению, я не смогла убедиться, подписаны вы на мой канал в действительности или нет. Если вы в ответ на свой комментарий получили от меня заветный номерочек, значит вы выполнили все условия розыгрыша. Я прежде чем вытащу заветный номерок, хочу озвучить еще раз имена всех участников этой игры. Итак, давайте посмотрим. Номер один. Ольга Доброва, город Казань. Номер два. Юлия Истомина, Краснотуринск, номер три Елена Снисаренко, Красноярский край Новоселова, номер четыре Светлана Лямина, Обнинск, номер пять, Лариса Сергиенко, Омская область, Большеречье. номер шесть, Елена Щербакова, Смоленск, номер семь, Полина Комарова, Нижний Новгород, номер восемь, Ольга Иванова, Мордовия, номер девять, Рыжулька. 1976, это Татьяна из Тюмени. Номер 10, Наталья Ершова из Кирова. Номер 11, Гульнара Тасырова из Новосибирска. Номер 12, Ольга Орли, Санкт-Петербург. Номер 13, Кристина Брехова, Москва. Номер 14, Елена А. из Костромы. Номер 15, Ирина Яценко из Ташка, номер 16, Ольга Борисова, Московская область, город Электростарь, номер 17 Мария Мария, город Краснодар, номер 18 Алла Алексеева, также из Краснодара, номер 19 Наташа Снег, Московская область, город Одинцова и номер 20 Елена Архипова из Нижегородской области, город Дзержинск. Ну что ж, я, прежде чем проведу розыгрыш, хочу сказать огромное спасибо всем девочкам, которые участвовали и э, выполнили все условия. Я очень, на самом деле, рада, благодарна, что вы э, смотрите мой канал, являетесь его постоянными подписчиками. Мне это очень приятно. Значит, э, я не зря э, свой канал веду. Значит, это кому-то нужно. Итак, вот заветный мешочек. Он абсолютно пустой. Сейчас я вам это покажу, чтобы у нас все было по-честному. Сейчас я помещаю сюда заветные бочонки. Ой, вы знаете, мне так волнительно. Как будто сама участник. Так, завязываем. Так. Всё перемешиваем так ну думаю <laughs> хватит уже нас томить так и так вот он торжественный момент я вынимаю какой-то бочонок и так у нас победитель комментарий под номером 4 это светлана лямина из города обнинск так еще раз я сейчас покажу вам свою запись вот номер четыре Светлана Лямина. Ну что, Светлана, я вас поздравляю с победой. В описании к этому ролику я оставлю свои данные, как можно со мной связаться. Пожалуйста, пришлите мне свой адрес. И я с большим удовольствием отправлю вам ваш выигрыш. Хочу предупредить... Что буду ждать адрес в течение недели. Если в течение недели Светочка от вас обратная связь не поступит, я, к сожалению, буду вынуждена как бы, переиграть результаты данного конкурса. Итак, на этом, друзья мои, с вами прощаюсь. Спасибо всем огромное за участие и до новой встречи на моем канале.